когда вас ждали, посмотрели, что у вас на столе на том месте, где обычно фотографии семьи, расположены образа. Это, ну, вот расскажите, почему так и что это за... Подарки. Это подарки близких мне людей. Угу. Вот поэтому я их поставил на стол. А вы верующий? Да. Крещенный? Да. Когда вас крестили? Это было, когда я родился. А, то есть сразу по рождению крестили? Да. В советское время не всех крестили. Не всех крестили. Угу. Это было, я помню, на квартире. Угу. Вот. Но я крещенный. А дети ваши тоже крещены? Да. Да? А вы считаете, что религия должна как-то присутствовать в школе? Я считаю, что это личное дело каждого человека. Угу. У нас светское государство, поэтому каждый человек для себя этот вопрос должен решить. Угу. Очень хорошее впечатление. Интересно. Вспомнил юность свою, поэтому спасибо. Все вопросы абсолютно правильные, интересные. Я готов на любые вопросы отвечать, поэтому для меня не было какого-то дискомфорта.